Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему городу, Санкт-Петербургу, Измайловский сад. Сегодня хочу показать вам скульптуру Измайловского сада. Находится Измайловский сад на набережной Фонтанки. В нем находится молодежный театр на Фонтанке. Хорошее место рекомендую для посещения. Самая главная достопримечательность Измайловского сада – это скульптура под названием «Петербургский ангел». Я о нем рассказывал. Ну а также находится много других скульптур на территории, много скульптур, связанных с театральной темой, художники-декораторы Константин Ковалев и Владимир Ванин. Каждая скульптура имеет свое прочтение, свой смысл, характер. Одна из них – Пегас, в древнегреческой мифологии крылатый конь, любимец муз. Нашел в интернете, что тамплиеры помещали его на свой герб. Пегас символизировал красноречие, славу и созерцание. Вот такой красивый конь на территории Измайловского сада. Все скульптуры созданы в мастерских театра на Фонтанке. Художники-декораторы по авторской методике создали их как украшение по случаю юбилея молодежного театра в 2015 году. Вот, собственно говоря, и все. Хотел вам показать просто эту скульптуру коня Пегаса, крылатого коня, любимца муз. Все, всем пока, всем привет. Это был Измайловский сад, в котором находится молодежный театр на Фонтанке, и Пегас. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.